Благодаря улучшению пандемической ситуации становятся доступны многие популярные заведения нашего города, среди которых числится и Латгальский зоосад, закрытый для посетителей на протяжении многих месяцев. Теперь 7 июля царство дикой природы откроет свои двери для гостей, а обширная звериная семья получит должную порцию внимания. Открытие дверей зоологического сада, конечно же, не исключает требования эпидемиологической безопасности. Максимально в помещении может находиться не более 9 человек или 9 домохозяйств. Необходимо соблюдать дистанцию, использовать лицевые маски и следовать по разметке до отдельного выхода из зоосада. При этом часть экспозиции все еще продолжает обновляться, поэтому некоторых зверей можно будет увидеть лишь позже. Например, в зону гидробионта вскоре должен вернуться выдренок Хорхе, который еще недавно проходил курс плавания. Приятной новостью является то, что за время закрытых дверей работники зоосада проводили как починку и расширение вольеров и резервуаров, так и обогащение среды. Большая часть осматриваемого пространства имеет теперь соответствующие зеленые декоративные элементы, так как это планировалось еще 30 лет назад, во времена открытия заведения. Ввиду этого посетителям придется внимательнее приглядываться, так как животные еще лучше мимикрируют со средой. Гостей в Латгальском зоосаде будут впускать в режиме живой очереди, поэтому посетители просят с пониманием отнестись к этим неудобствам. Режим работы зоосада не изменился. Он открылся со среды по воскресенье с 10 до 18:00, с выходными по понедельникам и вторникам. Больше информации по телефону и на официальной странице Латгальского зоосада в Facebook. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилской городской думы.